Ну, там основная северо-восток, это вся пехота пойдет. То есть запад, весь две линии, это просто подавление, скажем так. А северо-восток это наступление. Кладбище, когда будете проходить, под ноги смотрите. Так все с северо-востока пойдут? Ну, это предложение. Можно подняться по крутому очень склону, который на севере. На севере, может, на западе? Север. Вот здесь вот крутой склон, сверху к вам точно ничего не прилетит. И ДШК может уже прикрывать, в принципе, да? Вот смотри. Да. Вот ли есть нормальные люди. Спасибо, ПЗ, большое. А ты пойдешь первый, понял? Вот так. Я так подозреваю, ПЗ не хочет слышать Флуда. Я буду в спектаторе, мне он не поможет. Так, раз. Так, а наши эти хоть вышли на позицию? Вон они, меточку РБ дал, трик. Раз. Нет, молчи. Два. Ответки никакой нет. Вот. Че, думаю, пошли, да? Да, пошли, запись включил так. Все, идемте. Да, самое время. Сдавайтесь, Аллах Акбар. О! Старайтесь в последний момент стрелять, пока идем втихую. Нас не должны заметить. Это говно. Там выбежал кто-то, да? За камнем, да. Я уже говорил, там хотели там. Еще одна бежит по склону. 260 за деревьями.
Там еще одна котлета со скуном, 10 это бегало. Да? Внизу, возле дороги. Ах ты, зараза. Тут-то Гонза сделал не так. А Гонза прижали? Ну там чуть-чуть. Игорек. А в порту сказали поставить туда ДШК, да, сориентировать? Нападает. Да все, она сядет, наверное. Если сможет. Сможет там ворон. Честно, живо они будут. Он еще может, кстати, сесть и отработать в ответку. А у него не наводящийся, у него фиксированная 30-миллиметровая спарина.
Да нет. А, поменяли? Да. Уйти вертушки отрабатывать на крайние шлепки. А мины у обороны есть или нет? Да, ну вы говорили, да? Блин. Вроде. Там укроп как сидит, орёт хорошо с башенки. Его слышно, блин. С перебитыми ногами, да? Ну, сижу, вроде, я думал, что он под этим сидит, на балкончике там. Я решил канатки побросать. Добросал. Веш любил? Не, меня форт убил. Угу. Да шикар. Ща краб будет воевать с кем-то. Я думал, форт вообще никого не убьет. Бонзо, блин, нормально. Кары, вы не видел. Да убейте его уже, господи. Достал. Кого? Гонзо? Да. Гонзо убивает, зачем? Кары слепой. Да он знает, но, он не слепой. Но он не видит его из-за. Хабр, чтобы пошел поговорить. Если он пройдет ближе к нему, то увидит. А так он из-за камня его не видит. То, что делается. Все. Ну вот все, теперь должен. Нет. Не увидел. Увидел. Все. Все. Слава богу. Я все равно без патронов был. А ты хотел зайти, да, к этим пулеметчикам? Ну да, да, да. Понятно, не получилось. Наверху потом сбили. Потому что надо. А в кого стреляет форт? Как умер, что ли? Нет. Понятно. Пропустил. Уже в воздухе гранаты рвутся. Ну не долетают до земли. А, кстати, с башни кидают что-то. Замки не так интересно. Не эпично. Можно стоять в бойне, встречая, никто не увидит. Ну да. А где вертолеты? Вертолет нужен в атаке. Ужас. Но без ракет. Ну, ракет какой-нибудь добавить с прометом и все. Укроп вышел втык, блядь, за укрепление обороны. Там есть такая лестница кривая. Которая... Он ее криво поставил. Да не знаю, мы поднимались, норм. Она не доходит до самого верха, и ты, получается, за бордюром находишься, на лестнице типа стоишь. Я попробовал перешагнуть и упал. Не надо было перешагивать. Так, а я просто вперед бежал, а она не залазила туда. Еще гранату своего кинет, смотрите. Кто? А, это дымы. Рамирес. Угу. Можно попробовать дымы. Они, походу, сломали. Нет, слышно? Заблудились, да? Да. Что сломать, говоришь? Дымами башню сломать. Да, куда надо. По заветам БЕ свои гранатами же убивают. Алекса убили, по-моему. Не, вроде ранил. А ворон с кочегаром затащит. Он еще жив. Еще. О. Им далеко идти. Он 4 раза без сознанки падал. Чем? Ой, как. Не смысл.
так уехал. Да, блин, смотрите, я его увидел поздно. Ща Каркарыч прям накроет целую кучку. Там Каркарыч был, да? Как я уже... Ух. Как они там выжили, что ли, нифига? Надо себе сплай какой-нибудь один, чтобы эту башенку сносить. Не, в целом можно подогнать Прагу, Праги же детонируют. И ну, бахнуть ее. Кстати, вот поддончики он все вручную вокруг выставлял. Технику. Ух ты, сколько их тут было, так мне надо было всего лишь обойти их, да? Да. Армянский что? Они не поднимутся наверх. Вообще никакой. Да нет, сейчас идет вместе, штурмануть можно. Мясо. Не знаю, мяса не так уж и много. Там если они немного не жили. Пол, кстати, тут простреливается. Ну, все же. Не знаю, что они ниже не спускают. Я уже говорил, понты ставить на фон. Ох. Хорошо зашел. Я убил кого-то гранатой. Да. Бля, заебись. Своих уже мочат. Интересно, а можно вот этими коробками заблокировать лестницу? Они же не носятся вроде. Или патронок, или... А, медицины? Ну, можно попробовать, кстати. Да не, носятся, коробки спокойно. Прикольная крепость. Влететь не получится. Укроп. Оу. Чё за фигня случится? Вон, там... На входе? Который дальний. Чё, он один остался? Да. А ещё пилот. Кстати, подствольник он у него есть. Там вообще никого нет. Полетели, как я предлагал, мы бы дышка убили вообще-то в эту компанию. Слушай, ну, в принципе, может еще отбить их. Что, как там низ? Прикольно. Да. Ё-моё, сколько тут это, тентов. Надо было тоже в башню идти. Там самое интересное. Ну короче, украсть и назад за другим вертолетом поехать. Ну, мы сильно сейчас попадали, короче, на силе. Эх, вот жалко, у меня в руках граната была, а не пулемет, я бы его убил нахрен. Вот, а чё они не штурмануют этого одного бойца и... Боятся, организации нет. Ну, они, может, не знают. Я там просто сильно орал, и они, наверное, думают, что смогу. Укроп, ты орал на крик, я тебя слышал, пытался гранату скинуть. Достал уже, я за тебя пеха пропустил. Сидит и рэпом. А, мы только слышали. Нет, с кем-то так прям базарил, типа, что-то... Не поминайте меня, что-то... Ленточка, ленточка-то. Сам с собой? А ленточка не... Это уже Демьян. Ленточка, ведем бой там. У меня шум порт не снял, если поймать, может еще потерял бы гребать. А, блин, махном массину в лицо прям словил. Сколько у них там пузырка этих, короче, мы насчитали ракеты 3, наверное. 4 дырка. На поступах. Суммарно. На двоих я на поступах, одного уже у оградки. Это я заметил вверху. Короче, глазастый какой. Это его Демьян закидывает? А на входе кто-то подорвался или нет? На входе Юм подорвался. А, вижу. Кочеган. А где? Там, короче, так они там заходили на вертушке.
Ну да, там грифон же с приматом. Может он. Убили его, что ли, понятно. О, понятно. А у красной же связь есть, да, на рация? Там только давашка, одна или две. Давай, Карыч, давай. Молодец. Штука. Ну хоть молодца. Работает. Молодца. Изи.